Вітаю вас, друзі. Ми продовжуємо наш інформаційний марафон «Непереможний вітер». Сьогодні спілкуємось з нашими земляками, які проживають за кордоном. І нині наша гостя Марія Машарова. Марія, вітаю вас. Здравствуйте. Марія, знаю, що ви зараз знаходитесь у Німеччині, проживаєте там вже не перший рік. Розкажіть, будь ласка, як ви дізнались про те, що відбувається в Україні війна 24 лютого? Ну, все началось с того, что в новостях стали писать, вот, ну, буквально за несколько дней до начала войны стали писать, что там немцы отправляют своих послов обратно в Германию, потом США тоже, ну, другие страны. В общем, я тоже написала своей семье, ну, что, наверное, что-то будет нехорошее, но о войне никто не говорил, но, тем не менее, я тоже написала там, чтобы все как бы съехали, чтобы все вместе были. Ну, естественно, меня никто не послушал. Вот. И потом, да, утром 23 числа, 24 числа, я шла на работу в больницу, я работаю медсестрой в больнице, и в соцсетях, ну, прочитала, что началась война. Вот, и... Ну, как-то я так скептически отнеслась, ну, как-то война, ну, как-то война в Украине сегодня, ну, вот. И потом, пока я дошла до работы, действительно, потом я осознала, что, господи, началась война. Потом я написала, естественно, всем своим родным, друзьям, что как, что, и да, в ответ тоже получила стандартный ответ на этот день, да, началась война. То есть взрывы... Новости, все проснулись рано, все тоже следили за новостями, в общем, так я узнала о войне. Маш, скажіть, будь ласка, чи багато вже зараз там у вас безпосередньо у Штутгарті, де ви проживаєте, українських біженців, і чи загалом там велика українська діаспора? Насчет количества беженцев именно в Штутгарте точно вам не скажу. Я знаю, что в Германию плюс-минус приехало около где-то 200 тысяч беженцев из Украины на данный момент. Насчет Штутгарта я не могу точно сказать, потому что не все остаются в городе. То есть в городе тоже не так уж и просто остаться в качестве беженца, поэтому все разъезжаются по менее маленьким городам, селам и так далее. Насчет диаспоры в Штутгарте, да, достаточно большая. Ее возглавляет Роман Колодий, он украинец, он из Львова. Вот, есть у него тоже группа в Фейсбуке «Украинцы в Штутгарте». Вот, и сколько участников в группе, точно не скажу, ну, около 10 тысяч точно, то есть диаспора достаточно большая, тоже есть церковь украинская в Штутгарте, греко-католическая, вот, ну, и как бы в этой церкви украинцы часто собираются, не обязательно на службу, вот, в данный момент собираются тоже для того, чтобы гуманитарную помощь собирать. В общем, все достаточно развито, все общаемся, но сейчас особенно. І я бачу, що ви до нас приєдналися в українській вишиванці. Ось, це дуже приємно бачити такий одяг у Німеччині. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що діаспора така велика, потужна, чи можна сказати, що вона вже досягла якихось кроків? Можливо, там були масові мітинги у вас на підтримку України, якісь, можливо, рішення місцева влада в зв'язку з цим приймала? Да, в любом случае, но здесь, допустим, в Германии, чтобы организовать митинг, я думаю, наверное, в других странах тоже так, изначально нужно подать заявление, то есть его рассматривают, там, какие темы и так далее, какие вопросы, вот, и то же самое сделало это украинское сообщество. В день войны или на следующий день, я точно не помню уже, ну, по-моему, даже в день войны, да, все так быстренько среагировали, то есть мы собрались уже вечером в центре города на акцию,
Был тоже священник из украинской церкви, выступали, то есть все были шокированы, естественно. Ну, и, в общем, это достаточно быстро организовали, молодцы ребята. Вот, и продолжают это организовывать, ну, регулярно, то есть... Мы собираемся тоже буквально каждую неделю. Очень много участников, не только украинцы, немцы очень поддерживают. Русские, которые живут здесь, тоже приходят. Не все, но некоторые тоже. И тоже самое хочу сказать насчет гуманитарной помощи, сборов медикаментов, детского питания, одежды и так далее. Тоже на фоне украинского сообщества очень много различных пунктов приема было, есть, но сейчас продолжаем собирать, поэтому организовано. Маш, от ви сказали, що також росіяни, які проживають в Німеччині, там частково долучаються до цих акцій, і німці. Ми знаємо тут в Україні, що з нашого інформаційного поля, що німці вони в принципі до росіян ставляться доволі лояльно. Ось скажіть, будь ласка, ось після того, як розпочалась війна, як зараз німці ці новини коментують там безпосередньо ваші друзі, наприклад? Насчет немцев, то есть, здесь вы знаете, да, после Второй мировой войны немцы очень-очень осторожно общаются на эту тему, абсолютно не с удовольствием, но, тем не менее, они абсолютно спокойно говорят о немецком фашизме того времени, то есть они знают, они учат это в школе, они не отрицают это ни в коем случае и так далее. Ну, а сейчас насчет... русских, которые здесь проживают. Ну, разные мнения есть, то есть у меня есть знакомые, которые сказали, что они в шоке, что они не хотят больше общаться с русскими, которые это все поддерживают, но что это уже было, мы это лично пережили здесь, в Германии, то есть, и они продолжают, они там ничему не учатся и так далее. Разные есть русские тоже, как бы мне не очень приятно об этом говорить, я тоже поменяла свое мнение насчет некоторых своих хороших знакомых, друзей, которые русские, в общем, они из-за того, что поддерживают Россию, я просто перестала с ними общаться, и то же самое, мои знакомые немцы, которые видят, что те, кто поддерживает это все, эту войну, говорят, что правильно они делают и так далее, но они тоже просто перестали с ними общаться, потому что они видят, что это не туда идет, скажем так. Ми розуміємо, що причиною таких думок є відчасти російська пропаганда, яка працює за кордоном і продукує зовсім іншу реальність. Скажіть, будь ласка, ми тут в Україні можемо якісь новини якось спростовувати ці фейки? Наші колеги в Україні це роблять доволі ефективно. Чи доходить ця інформація за кордон, зокрема до вас у Німеччину? Скажем, очень большая часть местного населения, естественно, они понимают, то есть они отличают белое от черного, они понимают, что это фейки, они не воспринимают эти всякие комментарии, естественно, от этих ботов или даже от русских, которые все равно там что-то доказывают и так далее. Это смешно здесь, то есть абсолютно, я не могу сказать, что 100% никто этому не верит, 90% точно этому никто не верит. То же самое есть различные партии в Германии, которые поддерживали и поддерживают Россию, я имею в виду политические партии, там одна или две, может, максимум. И их сторонники, соответственно, тоже поддерживают Россию, но их очень мало. Единственное, можно их иногда встретить в комментариях каких-то, они ведут себя, естественно, очень агрессивно и так далее, что очень типично для людей, которые, скажем так, на этой стороне, на другой стороне.
Але попри це ми відчуваємо значну підтримку від Європи, і, зокрема, санкції, які країни Заходу вводять по відношенню до Росії, вони гріють нам душу, скажімо так. Але ми розуміємо, що це такий отчасти двосторонній процес, і ви, напевно, теж відчуваєте якісь економічні зміни через це. Скажіть, будь ласка, що у вас змінилось приходом санкцій, наприклад, не знаю, ціни на пальне, можливо, або ще щось? Ну, во-первых, пару недель назад подорожал бензин. Ну, я не знаю, это связано с санкциями или нет. Ну, тем, кому удобно, естественно, начали кричать, что это из-за санкций будет еще хуже. Ну, как бы немцы спокойно к этому отнеслись и сказали, что бензин раньше дорожал. Ну, подорожал, подешевеет, ну, а может и нет, то есть не смертельно. Потом в магазинах пропало подсолнечное масло. Подсолнечное масло и мука. То есть, ну, это, может, не связано с санкциями, но люди испугались того, что как бы основным поставщиком всегда была Украина этих продуктов, то есть мука, особенно масло подсолнечное. Вот они испугались, что на фоне войны, возможно, будет какой-то дефицит, ну, возможно, будут подорожания и так далее. А так, в основном, ну, то есть цены на продукты, на некоторые, может быть, на несколько центов и подорожали, но я не думаю, что это связано с санкциями, то есть это происходит, как и в любой стране, регулярно там. Нет, то есть я ни разу еще, ну, я лично не почувствовала этого, я же тоже пользуюсь всем, то есть я не почувствовала лично, я ни разу не слышала ни от кого, что вот из-за санкций там что-то случилось, что-то подорожало очень сильно и так далее. Ну, во всяком случае, пока нет. Маш, і розкажіть нам, будь ласка, на сам кінець про ваших рідних тут в Україні. Чи не збираються вони до вас? Тому що ви сказали, що на початку вони не збирались. Чи не збираються зараз? І взагалі, які настрої у них, які у вас? Нет, ну всі мої рідні зараз на югі України, в Запорізькій області. Мама моя, мой брат со своей семьей, то есть в первый же день у меня началась паника, в общем, я хотела обязательно, чтобы мама кто-то уехал, мама у меня одна там, вот, и я очень хотела, чтобы она уехала, но моя мама, к сожалению, к счастью, сказала, что у меня мама учительница, она сказала на украинский, что я в себе дома, чего я буду просихать. Вот, ну и с таким настроем, естественно, она осталась. Естественно, у меня все равно есть желание ее обязательно забрать на этот момент, потому что я очень переживаю, но она сказала, она никуда не поедет, она будет до последнего там оставаться, а, ну, а куда, а дети, а учиться, ну, вот. И то же самое сказал мой брат с невесткой, что они тоже никуда не собираются ехать, то есть они будут там, тоже поддерживать, как получится. И, ну, в общем, уезжать никто не собирается из друзей. Ну, у меня нет друзей, которые тоже просили все и уехали. Есть знакомые, которые ехали в Польшу, но так нет. Моя семья остается там дома. Маш, ну я сподіваюся, щиро сподіваюся, що ваші рідні до вас приїдуть просто в гості як туристи, а не як біженці. І війна незабаром завершиться нашою перемогою. Я вам дякую, що змогли до нас сьогодні долучитись. І залишаємось на зв'язку. До побачення. До свидання, спасибо. Нашим глядачам я нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з українкою, яка проживає у Німеччині. І рухаємось далі. Залишайтесь з нами.